Удивительные технологии 22 века, о которых вам стоит знать. Возможно, в будущем дорожную полицию может заменить огромная кукла из сериала «Игра в кальмара». Компания Netflix разместила модель высотой 3 метра в одном из городов на Филиппинах. Она напевает свою жуткую песню и отслеживает людей, которые пытаются перейти на красный сигнал светофора. Она резко поворачивает голову и мигает красными глазами, вычисляя нарушителя.